готовить заварной крем. Для этого нужно 75 грамм воды, 225 грамм сахара, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и 2 белка. Белки я уже подготовила, 2 яиц. Выливаем и взбиваем до густой пены. Почти готов. Варим до образования карамельной капельки. Практически готов уже. Сироп у нас готов. Выключаем. И будем его маленькой тоненькой струйкой добавлять в этот белок, который уже взбили. И перемешивать минут 10. Пена такой консистенции, что она даже не должна. Очень даже держится хорошо.